что-то повредится, да, вы клиенту объясняете доступно, что ничего страшного, мы в следующий раз или там, ну, когда вы будете готовы, да, поставим обратно. Теперь смотрите, вот у нас воздействие только на 6-7 шейный позвонок и 1-2 грудной позвонок, да, только на эту область. Например, они сместились у нас, ну, неважно, какой еще, любой, сместились вот сюда, да, в эту сторону. Значит, мы должны в эту сторону делать воздействие. Чтобы в эту сторону делать воздействие, голова лежит практически параллельно, да, немножко, чуть-чуть вот мы ее вот так вот. То есть растянули противоположную сторону, поняли, да, для чего это делается. А эту рукой просто придерживаем, по сути. И давим достаточно резко вот сюда. Либо с этой стороны делаем, да? Но воздействие у нас будет теперь вот такое. Еще раз повторю, да, для камеры, что не все приемы у вас сразу сработают в работе, чтобы так раз, вуаля, там я волшебник, да? Поэтому иногда надо доделывать в другой позе, вертикально, стоя, лежа, там по-всякому. Да? Поэтому у вас в арсенале тоже должно быть достаточно их. Также мы думаем, ну, в смысле, представляем, что мы давим на эти позвонки в эту же сторону, да, но растяжка у нас опять идет с этой стороны, с противоположной, да, но мы теперь скручиваем в обратную сторону. Так, уже где-то хрустнул, да? Вот. Поворачиваю теперь голову в обратную сторону. И то же самое, если мы увидели, что позвонки смещены сюда, влево. Попробуйте его теперь сделать. И в ту же другую сторону. Ну, может быть, с этой стороны, да? Да, я же говорю, и с той, с другой стороны можете подойти, неважно. У тебя разбили куда? Куда смещены движения? Вот они смещены туда. Сюда, да? Да, значит, не туда давление, не. Нет, туда тебе надо. Сейчас. Теперь давление сюда, а надо делать. У тебя сюда. Ну, думай же, сам думай. По противоположной стороне, да. Стой! Стой! Сверни меня только. Ну да, если ты так делаешь, то с голову вот так. Еще нижнее. Нет, блядь, вот тут рука. Нет, это рука. Это как удобно, рука. Можешь так, можешь пальцем одним, может, большим. Удобно. А тут вот немножко вот скула и подбородок. Вот. Вот так, да. Все, да. А теперь то же самое, да, но голова лежит вот сюда, в эту сторону. То же самое, да, вот сюда здесь. Да. Мы ее растягиваем теперь вот так. Два приема, да, получается? Да. Потому что они не только смещены, они еще могут быть вот завернуты. Вот так, понимаешь? Поэтому ну, пальцами это тяжело определить. Да, давление туда же, да, а эта рука просто придерживает голову. Вот, да. Ага. Все. Ты понял? Кто еще не понял?